Сегодня в 12 часов на территории одной из промышленных баз, расположенных в Ленинском районе города Саратова, в ходе газосварочных работ произошло воспламенение газового баллона, в результате которого пострадало трое газосварщиков, которые с термическим ожогом были доставлены в лечебное учреждение города Саратова. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Саратова проводится процессуальная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.